Всем привет. Чё, парни, нашел прикольный мод. Кстати, неплохой по качеству. Есть небольшие огрехи, которые пока заметил. Да, я покатался на этом моде. Непонятно. Только установил, собрал, купил, поехал, взял груз, и через минуту на экране у меня вылезла надпись. Типа, спасибо, что вы посетили сайт. Заходите еще. Моды для American Truck Simulator и для Euro Truck Simulator 2. Вроде рейс сделал. Доехал до конца. Доехал до мастерской. Поменял там зеркала. Вроде постоял. Вроде она пропала. Ну ладно, не знаю, с чем это связано. Кто-то туда залез, кто-то что-то сделал. Но вот, блин, нафига надо было делать вот эту вот надпись? Мод бесплатный. Зачем? Непонятно. Ну, поехали. Как из названия вы поняли, это Kenworth K100E. Бескапотник. Давайте начнем со стандартной версии. Такс, у нас есть вот такая вот. Вот так вот он выглядит. Прикольный. И вот косяк. Вот. Клепки. Здесь они вот так вот идут в разнобой, а здесь они горизонтально. И я не знаю, может так и задумано, дворник этот выше, этот ниже. Странно, но ладно. Так, такая вот у нас кабинка. Такая кабинка длинная. Это с высокой. Такой вот. И вот такая вот, чуть подлиннее. Ну, давайте оставим вот такую кабину. Типа флет-топа. По осям. 4 на 2. Коротенькая. 6 на 4. 6 на 4 чуть длиннее. С двумя баками. И 8 на 4. Ну, 8 на 4 тоже прикольно. Ну, давайте оставим вот такую вот Prime Mover двигатели. Двигатели здесь только Cummins. 307, 425, 450, 500, 550, 600. Как в описании написано, типа звуки, какая ставилась модель. Даже вот здесь вот опять вот видно вот это вот. Даже когда на кабине мы меняем, они не меняются. Вот эти точки, они не меняются. Ну ладно, возьмем вот эту. И ось нашу вот эту вот. Prime Mover. Ладно. Но это другой мод. Это не входит в состав этого мода. Так что возьмем вот этот. Коробка. По коробкам тоже странно. 10, 13, 18. А, ну тогда, может, ретардера и не было. Давайте возьмем 18-ю. По отделке. Отделка здесь, кстати, неплохая. Есть бежевая такая, бежевая черная, синяя с черным. Вот такая вот, красная, светлая, светло с темным, такая, белая, бордовая, бордовая с черным и фиолетовая. Ай, прикол. Точечки как-то, тени не очень сделаны. Давайте оставим он такой вот светлый. Пускай будет. Раскрасок тоже очень много.
какие хотите, какие души угодно. Но вот эти точки, походу, они так и не меняются. То есть раскрасок, ребят, полно. Очень много. Ну, я возьму вот эту вот, вроде такая, прикольная. Прикольная тачанка. Тюнинга, в принципе, не особо много. Вот бампера. С туманками, без туманок. Такой прямой бампер. Прямой вот с этими штуками. Что здесь? А, это брызговики. Такой черный. В цвет. Ну и с кенгурятниками. Я возьму вот этот. Этот мне больше нравится. Брызговички поставим вниз. Решетки здесь можно вот менять. Такие, такие. Это типа для зимы. Ну, зимы у нас нету. Кенворд. Не знаю, мне такая не нравится. Можно оставить без полосок. С одной, с тремя, с пятью, с семью. Ну, оставим семью. Здесь можно поставить зеркало. О, да, зеркало. Но если мы ставим... А вот здесь вот у нас появляется обводка и вот эта вот часть хромированная. Это изнутри. Ну вот козырьки. Козырек в цвет. Такой вот козырек в цвет. Хром. Ну, такой вот хром. Ну, возьмем такой большой. Здесь мы можем поставить лампочки. Либо круглые, либо квадратные. Ну, я поставлю лучше круглые. Здесь мы можем с вами поставить сигналы. Такие, такие, какие хотите. Ну, оставим вот эти. Можно поставить биконы. Ну, это то же самое. Спереди вроде как бы все. Нет, не все. Здесь вот можно поставить зеркало и по зеркалам. Здесь два с таким, с одной стороны. И поставлю без круглых. Так, что у нас дальше? На баке ступеньки. Здесь вот эти вот трубы меняются. И вот такие вот сделать. Прикольно. Здесь мы можем... А, что нам не дает? А. Ага. Оставим вот эти. Пять. Это трубы короткие. Высокие, 5 инч, 7 инчи, короткие, на 45 градусов, медиум, медиум на 45 и большие. Ну, возьмем медиум на 45. Здесь вот можно как бы дефлекторы вот эти вот поставить. Здесь у нас интейк, все стоит. Здесь мы можем крылья либо черные, либо белые. Ну и вот тут мы уже с вами выбираем крылья. Есть такие стандартные, такие, такие, такие. Такие черные с хромированной полоской в цвет. Ну и просто хром. Давайте возьмем в цвет. Здесь вот тоже как-то неправильно. Вот таких вот. Вот разворачиваем, появляется другая. И мы выберем с вами вот такие вот. И опять же поменяем на
девочек. Такс. Это еще вроде не все. Да, у нас тут и появляется вот спойлер. И вот этот вот, кстати, спойлер можно либо опустить, либо поднять на небольшую высоту. Оставим вот так вот. И вот здесь мы добавляем с вами лампочки. Лампочки, кстати, неплохие. Вот эти вот. Эту я ставлю сюда. А эти ставим сюда. Черт. А, вот у нас еще лестница есть. Так, сейчас. Вот. Оставлю лампочку. Тут у нас есть лестница. Меняется так, 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 так. Ну, оставим. Можем даже вот эту оставить. Лестницу. Прикольно. Но она как-то вниз туда уходит. А это снаружи. Оригинал Лейдер Аэро. Ну, пускай будет аэро. Так, и вот тут у нас где-то. А. Вон, появляются вот такие вот штуки. И здесь мы тоже с вами можем добавить лампочки. Ну, ребята, и вроде как бы все. Тюнинг закончен. Ну, пойдем по колесам. Колеса я, конечно, поставлю другие. В комплекте тут колес нету. Я поставлю, где они у меня. Вот, Микки Томпсон. Это мы все убираем. Гайки мы убираем. Резину поставим. Допустим, Goodyear 295 на 55. Да. Переходим назад. Это у нас Микки Томпсон. Вот они здесь тоже. Микки Томпсон. Ой, пролетел. Нет, не прилетел. Вот они. Здесь мы тоже убираем гайки. No parts. Ступица нам не нужна. И резину мы ставим Goodyear 295 на 55. Здесь тоже гайки убираем. Это убираем. И Goodyear 295 на 55. Фит прикольный. Такой получился. Пойдемте в салон. А, здесь вы можете выбрать либо навигацию, либо board компьютер. Здесь то же самое, либо сюда в угол поставить. Здесь почему-то странные зеркала. Ладно. Ну вот сюда вот. Здесь можно поставить вот off-board компьютер по приборке. Меняется текстура. Все. Руль можно поменять. Белый, черный, ретро. То есть какой хотите. Все это поддерживается сису. Такой, такой. Он даже Ford есть. Вот, Kenworth белый. Скания стандарт, вот. Давайте вот такой вот возьмем, если есть Kenworth, да. А, он белый. Freightliner, Mack, Mercedes, Скания. Зашибись. Peterbilt, Mercedes.
Mac, Freightliner, Western Star. А на Kenworth не завезли. Нормально. Ну вот оставим просто вот Black Spot. Black Spock. Жалко, конечно. Ну ладно. Здесь что, зеркало? Но зеркало мы не добавим с вами, потому что у нас мешает козырек. Ну, здесь всякие сисалы. Так, не на одном это. Можно это поставить. Можно это. Ну, можно ничего не ставить. Ну и все, в принципе. Больше здесь смотреть-то не на что. Можно вот здесь, конечно, раскидать всякий хлам. Ну, не знаю. Можно вот кинуть там документы еще, я не знаю там. Книги там. Сигареты, шоколадки всякие, ну, такое себе. Ну, вроде как бы все. Да. Все. Ну, такой вот у нас получился видок. Ну, покупать мы не будем. Сейчас прокатимся с вами, возьмем какой-нибудь маленький грузик. Так что вот такая вот моделька. Пожалуйста, можете с такой крышей брать. Аэродин вид. Аэродин. То есть такая, такая. Ну и все. Здесь уже пошли стандартные. Вот 4 варианта. Он у меня уже есть. Поехали прокатимся, возьмем какой-нибудь грузик. Сейчас вот прямые перевозки. Мы находимся в Вернал. Возьмем какой-нибудь. Конечно, на нем такие прикольно таскать. 225. Ну, давайте возьмем. Вот. Да, вот этот вот возьмем прицеп. Этот далеко. Давайте вот этот выбрать как место назначения. Ну и вот он выглядит. Да, здесь чуть-чуть с другой у меня кабиной. На этот. Так что может быть и так. Будьте внимательнее на дороге. Все, навигация у нас работает. Поехали. А. Прикольный. Свет. Это дальний. Аварийка. Сзади тоже прикольно. Стоп-сигнал. Задний ход. Прикольная тачанка, бескапотная. Так, вроде ничего. Хорошенькая модель. Ну вот опять же, да, вот непонятно. Нету лампочки. Горит свет, не горит. На улице. Время у нас 7:11 утра. Можно выключить. Держитесь левее. Затем поверните налево. Поверните налево. Поверните направо. Сейчас повернем.
Ну ты долго стоять будешь-то, а? Неплохо, неплохо сделано. Не знаю, вылезет эта надпись, не вылезет. Может, она первый раз вылазит? Ну, посмотрим, конечно, но это трындец. Бесплатный мод, и вы, блин, сделали, чтобы эта надпись вылазит наружу. У нас утро, да. И вот в трак-инфо, вот скорость можно видеть только когда круиз. Температура, масло, температура жидкости охлаждающей, экономия, скорый расход топлива, это сколько нам до заправки осталось. Ну и все, ну оставим, Держитесь правее, сколько нам до затем заправки, поверните направо. 3130 миль. Поехали сейчас съездим. Поверните направо. Ничего, такая моделька. Че что-то на крану тут не везде, кстати, но можно Приготовьтесь к поворачивать повороту налево. на красный свет направо, но не везде. Где-то можно, Поверните где-то налево. нельзя. Все, кстати, анимировано, переключатели анимированы. Даже когда вы включаете свет, вон нижний ряд включился. Хоп, ближний. Хотя, ну вот, если только на них смотреть. Бикон включился. Да, зимодовский зимод, конечно, звуки классные. А, анимированные стекла. Даже вон ручка. Ха, прикол. Смотрите. Даже ручка крутится. Класс. Там то же самое. Ха, зачетно. Приготовьтесь к повороту налево. Сколько мы 50 миль шпарим? Поверните налево. У нас тут ограничение 45 на Приготовьтесь к 30. повороту направо. Поверните Ой, куда это направо. мы приехали? В карьер какой-то. Так что прикольная такая тачанка. Так, где? А, вот они стоят. Давайте берем наш груз. И он, вот он.
Все готово. Приятной поездки. Вот он. Блин, он прикольный. Ой, куда-то я не туда. Все горит, все нормально. Приятной поездки. Ну, погнали. Выезжать отсюда. А как мы отсюда выйдем? Если только как-то так. Ща я им будку тут снесу. Вот. Вот эта надпись. Чё за херня? Visit again, thank you for your using website. Как ее убрать? Вон такая вот фигня. Парни. Я не знаю, что с этим делать. И вот она горит. Thank you for using your website. Как эту хрень убрать? Трак-то прикольный. О, ну блин, с ней ехать вообще нереально. Так что, ладно, парни. Вот такой вот был обзорчик. Не знаю, посмотрим, как можно убрать эту надпись. Странно. Ладно, всем пока. Ну вот, ребят, скачал с официального СЦС форума. Сейчас посмотрим. Вот, и значок Кенворта появился. А у меня другой руль был. Ну, здесь тоже скорость не показывается. Экономия, вот сколько нам осталось ехать. Да, эти полосочки так и не убрали. Кабеля работают, все работает. Поверните налево. Тут даже вон брызговики и все. Налево, ну поехали. Что-то мы буксуем. Направо. Че это меня по таким дорогам понесло? Все, подвесочка работает, все нормально, колеса у нас нигде не торчат, потому что высоко сидят. Отлично.
Ну вот качайте, ребят, с официального сайта СЦС форума. С других сайтов не качайте, у вас будет эта надпись. Непонятное, которое выскакивает. Готовьтесь к повороту направо. Вот с официального форума нормально. Поверните направо. Так, они включились или выключились? Выключились. 8:44, сколько нам ехать? 4 часа 12 минут. Ну, поехали. Небольшой тест-драйв. К повороту налево. Хорошо, сейчас повернем налево. Поверните налево. Светофора нету здесь, нету. Знак стоп. А, меня уступают. Справа нету. Спасибо. Ну, такая тачанка. Прикольная. Двигайтесь прямо. Прямо. Я балдею с этого. Вон у нас здание. А ничего не отражается. Отражается какая-то хрень. Белая машина, дом. А и вообще дом не тот. И где машина стоит? Я вообще, блин, с этими отражениями. Разработчиков, конечно, я уже говорил в своих видосах к вопросу, а к разработчикам, где отражение? Отражения нет. Хоть надпись эта пропала, блин.
Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо, затем продолжайте движение прямо. Даже чувак сидит анимированный. Прикольно. Двигайтесь прямо. Что вот извилистое сейчас будет. Блин. Двигайтесь прямо.
цепи нормально, все проходит. Двигайтесь прямо. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Вычисление нового маршрута. Thank you.
направо. Съезд справа. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Вылез. Восемь минут осталось. Двигайтесь прямо. Шумим в городе. Олень, блин. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Успешно прибыли. Ну и все, ребят. Вот такая вот тачанка. Кстати, в принципе, неплохая. Но вот, качайте с официального сайта SKS Forum. Качайте оттуда.
Такой вот у нас Kenworth K100E. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.